Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 169 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». Ранее мы увидели, как баран у себя у кабинете сидит и читает книгу. Он сидит и размышляет, что по отношению к Дилан он вел себя эгоистично. И теперешнее поведение Дилан – это последствия его поступков. Баран никак не может выбросить из головы слова Дилан, что он и есть причиной всего зла, что происходит сейчас. Дилан говорит барану, что ты знаешь правду, кто выпустил Тургута. Но при этом Дилан говорит барану, что он лучший человек, которого она только знает. Джихан пытается проверить алиби Хасана. По его мнению, во всем виноват именно Хасан. Сабиха никак не может забыть про свою вендетту, и она готовит новый план для устранения барана. Прислуга Сабихи говорит, что уже все готово, а Сабиха отвечает, что уже можно начинать. Баран также готовит ответный удар Сабихи. Он звонит по телефону человеку и говорит, что есть работа, о которой никто не должен знать. Кудрет наводит справки по Фират. Ему нужно знать, где в тот день был Фират. Кудрет говорит Фират, что он выведет его на чистую воду. Также он говорит, что он знает, где тот был в тот день. Потому лучше Фирату самому во всем сознаться. Дилан поступил звонок. Ей сказали, что для нее есть новая информация. Премьера 169 серии турецкого сериала «Кровавые цветы» состоится 20 октября. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.